Estou mortos. Les deux voitures. Et le chat qui va nous faire un peu de temps. C'est un petit peu. 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 Слушай, утверждает, что нет, некогда великий и справедливый король поддался влиянию тьмы. Теперь он несет союзникам войны, а своему народу упадок и гибель. Тебе предстоит одолеть Бонерета, короля, отыскать его и выяснить правду. Мы уже великий Тайба. Теперь на стороне Сайрата. Сайрата какого-то. Тайба великая. Такая Тайба. Ладно, сейчас выясним, что есть. Господи. Мир мертвым Кейроком и Аравии длится. Пока король Тайба не начал кровопролитную экспедицию на нейтральные земли между государствами, чтобы оплатить военные расходы, Тайба обложил всех, превратился в тирана. Неужели он сошел с ума? По приказу это безумие. Кейрок. Ничего. Молчать. Хорошо защищенная крепость. И сможешь сразиться с боссом. Здесь можно просмотреть вражеский ролик. Сейчас у тебя всего два героя. Возьми их в команду. Да. Навыкалы увеличивают здоровье союзников во всех боях на 15. Ну что, начните. Эти указатели сообщают, насколько эффективен элемент этих стрел. И чего? Раз, два. Ты заработал первый артефакт. Артефакт – это специальные предметы, которые повышают параметры героя. Кроме того, в каждом бою герои получают опыт. Когда герой наберет достаточно опыта, он перейдет на новый уровень и станет сильнее. Зайди в коллекцию.
Grøy, stubborn, and I did not keep up with Clayton Grøy. What do you think? Moon face. Moon Grøy, more than I did, bushy stare to front of Wiggly. The fuck is it to be Moon Grøy? Bushes, and I did. What comes to mind for you, it's Yiddish. The only one that still sees me. Yeah. I got cold matches. It's all scary demons. But it all is this surprise complete as to what the most important thing about meeting me bonus is it. The moon cut off was a chasing some key excesses and the epony. The night he could have left the album. Who else knows my history to make you unsure of to me? Now I've come to my own bullshit logic. What's me and my own bullshit logic? Обратимование на определенных уровнях улучшения открываются дополнительные параметры. Теперь ты готов. Не забывай регулярно улучшать героев. Я буду возвращаться к тебе. Миссия развития помогут тебе быстро прогрессировать в игре и получат награды. Награды постепенно увеличиваются, но забирать их можно только в порядке прохождения миссии. Миссия компании. Пройти уровень 7. Ворот Кейлок. В обычном режиме.
outra igreja. Talvez Maria me desejasse ser fruguinha e local me canal disse que não quero. Esse estranho trabalhou a curso e pilhas. Se ele canal do catálogo do sujeito vai pra cima, deixe me vai pra escolha da catista e tem olhos de uma praia. Thank you.